Приручися огонь. Мальовничим фаер-шоу завершилася акція Міністерства по надзвичайних ситуаціях «Безпека у кожний дом». Усі відтінки вогняної стихії у матеріалі Марії Вячорки. Лихоманковый и небезпечный. Таким, звичайно, бачить огонь супрацовники МНС. Увечері на пляцовце автокинотеатра «Рандеву» все присутные переконалися. Огонь может быть пригожим и зачаровывающим, але только в руках профессионалов. Артисты театра «Блисковица» до техники безпеки ставятся вельми серьезно. Распрацовывали ее как раз при допомозе МНС. Главное соблюдать дистанцию для зрителей, вот, потому что зрелище все равно оно, будет интересное, феерическое. Вот, а о технике безопасности, наверное, все-таки больше мы заботимся, и поэтому главное соблюдать дистанцию, и все, в общем-то. Серед наведвальников акции в основном автомобилисты. Дорога – место небезпечное, и ведать технику безпеки именно им треба на зубок. Мы фиксируем в течение года около 20-25 фактов загорания пожаров на автомобилях. Поэтому здесь тоже очень важно правильные действия, чтобы в автомобиле был исправный огнетушитель, средство пожаротушения, чтобы человек, водитель, умел право и имел им пользоваться в ситуации, чтобы он не растерялся. Кинолекторы на суперспожарную тематику, корыстные листовки и, конечно, подарунки. Профилактичная акция «Безпека у кожный дом» проходила амаль месяц. За этот час супрацовники МНС провели в области каля 500 тематичных мероприемств. Мы считаем, что эти акции должны проводиться не только у нас, но и везде по городу. Мы активно будем привлекать еще всех, кого возможно, и рады всегда сотрудничеству. Огонь – речь вельми непредказальная, и ставиться до его треба отповедно. Завершился вечер фейерверком. Знов же огонь, але які пригожи. Марія Вечорка, Тиграна Капян, обласні новини, Брест.